Кашхабльский район – один из самых развитых сельскохозяйственных районов Республики Адыгея. Фермеры нашего района принимают активное участие в программах по линии Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея. В 2016 году обладателями грантов стали 11 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 21 миллион рублей. Из них по программе «Поддержка начинающих фермеров» 10 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 15 миллионов рублей. Развитие семейных животноводческих ферм – одно крестьянско-фермерское хозяйство на сумму 6 миллионов рублей. Кашхабльский район является ведущим в производстве животноводческой продукции в Республике Адыгея. Во всех хозяйствах района на 1 ноября 2016 года содержится 9336 голов крупного скота. 3 февраля наша съемочная группа побывала в хозяйстве Заура Балокова. С нами побеседовал отец предпринимателя Мухаджир Адамович Балоков. Строительство данного комплекса было начато в 2003 году. Строительные работы продолжаются по сей день. Территория фермы имеет площадь 1 гектар, на котором располагаются склады, корма и техника. В прошлом году благодаря гранту в 1,5 миллиона рублей и своих средств в размере 750 тысяч рублей они смогли